Всем привет, с вами Собин Михаил, и перед тем, как показать вам видео о моем выступлении на дне рождения у моего друга, я сделаю небольшое объявление. Мы с моим другим другом решили замутить такую тему, что у него есть машина, напичканная звуковым оборудованием, то есть, можно сказать, такая мобильная сцена. И мы хотим, скорее всего, уже в эту пятницу замутить концерт в городе Щелково, собственно, где я живу, на берегу прекрасного озера Сиваш. Точную дату о данном мероприятии вы сможете увидеть на моей страничке ВКонтакте. То есть, как мы уже 100% решим, когда мы это сделаем, я там это все напишу. Но предварительно это пятница. Сейчас скажу, какое число. 3 июня, вот, так что можете прийти, даже притащить, возможно, свои гитары и тоже попробовать полабать, то есть это такая будет открытая движуха, поэтому не стесняйтесь, приходите, либо просто послушать, либо, возможно, даже принять в этом участие. Ну и, собственно, вот видос, как мы поотрывались в очередной раз у друга на дне рождения. Сначала я отыграл небольшую программку из своих каверочков, а потом мы с Пашком начали просто устраивать адский импровиз, то есть он там рулил на пульте различный дипчик, а я под это дело наигрывал гитарные солички. Метро было? А? Это где метро? Нет, короче, самый первый уровень второй первый? Части, да. Там где такая открытая площадка. А, да. Так, короче. Yeah.
Слышь, ты в говно? Ну, почти. Это не босс, а где сзади вид, короче, где они такой базе, короче. Слушай, что у меня GoPro села, а?
Да бог с ним. Может, она старая уже. Может, мы как-нибудь включим GoPro, а? Зачем? Тут так мало захватывает. В смысле мало? От этого до конца отдалю. Да? Но все равно я это прям... Там, конечно, больше гораздо захватывает, прикольно. Зато 60x. Это можно смотреть с моего балкона, ну, да, что-нибудь. Можно козявки посмотреть. О, ну-ка, давай. Бля, есть, смотри. Правый, правый. Ты снимаешь, что ли? Да. Написано запись в красном сверху посередине. Пока охуенно все вообще. Куда? Да ты не умеешь ничего. Одна палка, ты не струна. Макс, ты сломаешь. Я аккуратно. Ты пьяница. Я мега аккуратно. Ты же алкоголик. Я трезвый. В смысле? Я алкоголик из Москвы. Ну да. Ты не умеешь на гитаре играть. Я не умею на гитаре играть. Ну на этой точке. Фу! Я тебя умоляю, ёпта. Сейчас что хочешь, тебе сделаю, ёпта. Ты понимаешь, что эта гитара, блядь, 300 тысяч стоит? Что-то штука нужна? Ты понимаешь? Погоди. Слышишь? Ты дал? Ты понимаешь, что она 300 тысяч стоит? Бит чувствуешь? Ёбаный стыд, да что ты творишь, блядь? Дал, ёпта. Бог с тобой. Господи Иисусе, что это делается? Все, заберите у нее гитару. Погоди, я сейчас штуку не взял. Мишань, покажи, куда пальцы поставить. Как я тебе не стыдно, короче, Максим? Так, да? Ёпта, это пиздос. Мне даже учить не надо, ёпта, я... Может, и там? Там, ёпта. Макс, не ссы. Ну всё, заморочь кого-нибудь? Миху заморочишься. Скажи, Мих, играй. Неси. Мих, играй. Мих, играй, а ты неси.
вообще класс. Вот это класс, а. Огонь. Еще, кстати, на днях мы были на московском велопараде. Это вообще было офигенно. Столько велосипедистов одновременно я не видел ни разу. По официальной статистике их было 30 тысяч человек. То есть все Садовое кольцо просто замкнулось в велосипедистах. Но я там особо ничего не снимал, так пару угаров, вот, например, как этот в тоннеле. Причем перед этой съемкой мы проезжали в нескольких тоннелях, и там народ прям дико орал, верещал. Я думаю, сейчас вот я заеду, сниму, как все орут, а тут заезжает тишина. Но пришлось все брать в свои руки и разрешать эту проблему. Вот за время нашей езды по Садовому кольцу мы проехали несколько тоннелей, и я понял, что надо снимать именно в тоннелях. Дерзкий.